Иногда так и тянет устроить итальянский завтрак. А иногда просто хочется начать свой день тихо, не спеша, по-фински. Утреннее настроение – вещь трудно предсказуемая. Поэтому мы создали итальянское и финское избранное. Так, на всякий завтрак. Может быть, сегодня вы предпочтете вкус соуса песто или пармской ветчины, а завтра вкус солями или лосося. Виола. Всегда кстати.